Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 18 серии турецкого сериала «Красные бутоны». Ранее мы увидели рассказ о тяжелых моральных испытаниях, через которые приходится проходить Джунейду. Парень тяжело переносит происходящее, но на него и дальше продолжает давить. Его винят в том, что если он не сможет продолжить род, то и держать крышу этого дома ему тоже будет не по силам. Для Джунейда это становится последней каплей. Он не может больше держать эмоции в себе. Зайнеп переезжает к Левенту. Несмотря на то, что ее отцу запретили с ней общаться, Наим все равно собирается найти способ повлиять на дочь. Марьям на глазах всей общины говорит, что отказывается от своего махра. Женщина просит развести ее с мужем. Для всех такое заявление Марьям становится шоком. Премьера 18 серии турецкого сериала «Красные бутоны» состоится 13 мая.